Всем привет! Я опять в красной толстовке, только немножко другая. Я люблю красные толстовки. Вот. Хотел сказать, что пока мы живем в эру... капитализма, вот, вспомнил. У нас остается следующее. Наша главная задача — что-нибудь заработать. Вот. И я вот пытаюсь что-нибудь заработать. Так как я пока не, кроме как шить, ничего не умею, приходится мне этим продолжать заниматься. Вот. Чтобы накопить капитал для, возможно, смены деятельности. Вот. Но это будет явно далеко не скоро. У меня есть план на канал. Вот. И мы продолжим им немножко заниматься. Но так как все равно у меня хоть какая-то маленькая копеечка оттуда идет, за то, что вы меня смотрите, забрасывать это не имеет смысла. Да, дальше. Сегодня мы будем с вами обрабатывать карманы. Карманы. Вот мне пришел заказ на зелененький цвет. Трикотаж. Карманы у нас будут самые простые. Накладные. Простые накладные карманы. Все, все, что вам нужно было знать. Вот. Для этого мы вначале обработаем, я его буду обрабатывать по-хитрому, достаточно дорогим способом, с применением клеевой паутинки. Просто потому, что у меня их чуть-чуть, и я могу себе это позволить. У меня есть лишняя клеевая паутинка, мне ее девать некуда. Вот. А так бы я это все делал за один приход. Так сделал, так. Раз, 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 и все готово. Ну, в общем, харе болтать, приступим. Так, машина у меня включена. Вот, берем наш карман и одну сторону, верхний срез, обрабатываем. Ну, вначале обрабатываем на верлоке. Так, так, вот поднастроились, так что с педалями. Делаем условным цеховым способом, то есть сразу делаем такую полосу на все карманы. На. Так, после того, как мы все наши концы обработали, дальше мы, как я и говорил, будем клеить на ленту. Так. Загибаем ровно, вот как у нас лента, вот нам сантиметра этого достаточно. Обычно вообще делают по-другому, ставят бумажку, вот, и по ней, или вот типа линейки, вот, берут, ставят там, так сказать, шаблон, вот, вспомнил, как называется, загибают и по нему приутюживают. И оно как бы тоже
вроде как держит форму, но мне так не хочется, мне хочется делать вот так вот. Потому что в принципе я бы вообще не стал этого делать, чтобы обработать карман. Вот это слишком много чести для него. Вот такой вот у нас карманчик. Потом нам просто его по кругу пришить, и будет хорошо. Продолжаем дальше. После того, как мы сделали нашу страшную процедуру обжаринга, нам нужно перестрочить. Так, я тут тороплюсь видос снимать, а нитку не поменял. Ну, еще. У меня тут только что гости заходили, рассказывали интересные вещи о том, как у всех все хорошо, и только у одного меня все как всегда. А я ей не поверил. Так, машина. Круто. Поехали. Прогоняем. Можно, наверное, делать и без закрепок. Так, у меня обычно заготовкой карманов занимается Жинка. В плане утюжки, поэтому я всего 4 кармана проклеил, а потом мне стало лень. Поэтому я дальше продолжу с непроклеенным. Ладно, после того, как мы вот это дело все заготовили, нам, собственно говоря, его нужно пришить. Сейчас я достану, к чему его пришивать, и будем пришивать. Так, я обрисовал место, куда мне нужно пришивать карман. Вот моя полочка. Вот здесь у меня уголок. Видно его, не видно? Вот у меня уголок, с которого я начну пришивать. Первый карман у меня буду я пришивать заготовленный, а второй, как известно, у меня будет незаготовленный. Так, видите, вот тут я его положил, вот он у меня уже лег, и все, его не надо ничего с ним делать. Разве что уменьшить стежок. Способ один, он как бы более длительный, если заготовка кармана более сложный, но зато ты его себе поставил, теперь осталось только утюгом немножко припшикать, и он готов. Теперь второй способ, так сказать, цеховой, условно ленивый. Так, тот же самая полочка. Наш полузаготовленный карман. Я его даже не утюжил, совсем по-ленивому было. Вот. Загибаем наш сантиметрик.
Очищаем место. Так, и теперь нам нужно выцеливать. Загибаем. Загибаем. Здесь я больше ориентируюсь по линиям ткани. Я ее вижу. Так. Ну, в целом у меня это тоже не вызывает никакого проблемы пришить так. Как видите, я тоже ничего нигде не закалываю, не прикалываю, не знаю, если ты... Фигня, потому что если это буду делать, я это никогда в жизни не пошью. Вот. А у нас... убежал он куда-то. А у нас тут все самое главное... Что? Правильно. Время. Не попал в ту точку, в которую должен был прийти. Ну, это и не удивительно. Вот, собственно говоря, второй карман чуть-чуть не достал. Вот, все, кому нравится, понравился урок, ставьте лайки. Кому не понравился, ставьте дизлайки. Оставляйте ваши очень полезные комментарии. Мне всегда интересно почитать, что вы пишете, что вы думаете. Вот. Что-то я хотел сказать, наверное, по поводу оборудования, еще по поводу чего. Забыл, короче, неважно. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, в общем. Пока всем.